Азбуку дорожных знаков представили учащиеся 8-й гимназии Твери. В своей сценке они показали, к чему может привести незнание правил дорожного движения. Гляди, она правила дорожных не знает. А учится в школе уже третий год. Еле Степа за ручку ведет. И тут над головой Маши вдруг строгий голос говорит. Должна на улице ты, Маша, внимательно и очень быть. Шум, движение, гул моторов. Сразу можно растеряться, коль сигналы светофора не умеешь разбираться. Чтобы помочь тебе пройти этот путь опасный, я зажигаю огоньки. Зеленый, желтый, красный. Основная цель конкурса – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма путем закрепления у детей знаний ПДД. Причем такой формат мероприятия позволяет ребятам не просто учить правила дорожного движения, но и творчески развиваться. Ситуация на улицах нашего города каждый день меняется. Она становится серьезнее, опаснее и ответственнее. В их задачу входит не просто самим быть грамотным участником дорожного движения, но и донести до своих сверстников о необходимости их соблюдения. И не только сверстникам, но и родителям, но и педагогам. Оценивали выступления команд строгие и компетентные судьи из числа представителей госавтоинспекции. У моей подруги есть права. Пристегнулись. Телефон в сторону. Детское кресло. А, тебе не надо. Поехали. Они отметили, что школьники являются полноправными помощниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Аварийность с детьми, к сожалению, сейчас увеличивается, и ребятам необходимо знать правила дорожного движения с самых ранних лет. И представления, на самом деле, они очень яркие. Видно, что ребята стараются, подходят к этому делу с душой, а не просто так сказать для галочки, а именно стараются и сами узнать правила дорожного движения и в очень интересной и доступной форме рассказать об этом своим сверстникам и друзьям. Всего в конкурсе приняли участие 21 гид-бригада. Выступления, признанные жюри лучшими, показали команды средних школ номер 1 и 50, гимназии номер 8 и Тверского лицея. Им были вручены дипломы лауреатов смотра конкурса. А по итогам голосования команд участников был разыгран приз зрительских симпатий. Он достался гид-бригаде «Светофор» школы номер 1, которая в своем выступлении успешно раскрыла тему культуры поведения на дорогах.